Всем привет, привет! И сегодня хочу показать спортивные болиды Формулы 1. Вот такая феррарика. В 43-м масштабе. Подставка, да, самодельная, потому что в упаковках они шли без подставок. И эта Феррари у меня была без упаковки. Это Феррари для гостини фирмы. Все ее знают и, наверное, у многих есть. Вот еще одна такая же формула, которая на подставке. Ну, у меня образовалась такая жадность, и я купил две. Одну без упаковки, а вторую... Да, это Hot Wheels в упаковочке была новенькая. Hot Wheels, но в 43-м масштабе. Да, вот для сравнения 64-й, 43-й. Вот что интересно, формулы Феррари в таких упаковках я не встречал других моделей. Искал, ну, абсолютно ничего не нашел. Только вот эти формулы. Ну, хочу немножко показать, какие ко мне пришли. В общем, я вплотную занялся и достал почти все модели, которые я хотел купить еще где-то лет 5 назад. А их не было. Если они были у коллекционеров, кто-то их привозил из-за границы, то за них лупили бешеные цены. Короче, 3 машинки получалось чуть больше 1000, а то и больше. Я просто показываю, какие есть и какие еще приедут. И думаю сделать целую серию на эти автомобильчики. Да, это 43-й масштаб, но они уникальные по своей конструкции. Знаменитые формулы, знаменитых летчиков. Ну и... Что хочу сказать, да, есть у меня в 64-м, есть что показать интересного. Есть оригинальные формулы других фирм, не только Hot Wheels. Сделаны очень круто. Но до них пока дело не дошло, потому что я жду еще несколько формул в 64-м. Ну, пока я буду показывать то, что есть в 43-м. Да, у меня, кажется, есть ролики на некоторые формулы, которые у меня были еще давно. Это вот эти Феррари и вот эта зеленая формула Лотос. Уникальная машинка. Просто уникально. Я очень много видел таких автомобилей, и Lotus никогда не повторяет стандартные модификации компоновки автомобилей. Это одна из первых гоночных машин еще древних. Очень интересно сделано, тоненько все. Да, вот такую я давно хотел достать, и вот наконец-то нашел сайт, где можно купить такие автомобильчики. Все, что можно, я оттуда забрал. Это, конечно, не все. Есть кое-что, что еще в дороге приедет. Есть модели, которые похожи, но немного отличаются.
две одинаковых формулы. На одной формуле я поставил стеклышко, ну а в принципе там ничего не изменилось. Та, которая на подставке, была старенькая, немножко пришлось кое-что подкрасить. И они обе с вот такими двигателями интересными. Там тоненькие такие, не такие, как стоят обычно в Кейнсмартах или еще там где-то. Такой плоский двигатель, я разбирал, смотрел. Мотаются. Они легкие, кстати, вот они пластиковые. Вот это, она металл сверху, имеет корпус металлический. А те две формулы, они с пластика. Ну, пластик такой... мягкий, ну как вам сказать, такой легкий, но он такой блестящий, гладкий и, как бы вам сказать, ну теплый, такой интересный цвет, хорошего качества пластмасс. Ну а металл, естественно, тут просто краска. Ну тоже машинка уникальная. Мне она как-то сразу попалась после формул. Сделана отлично, досконально, даже внутри прокрашены панели, где руль, приборная доска. Ну, кое-какие микродетали есть. Ну вот вроде и все. Сделал несколько фотографий и пока-пока.